Термальный источник? Жайворонок? Сейчас мы вот эти снимем. Скоро. Можно купить купальники. Сіни лише можна знімати, а то нельзя знімати. Да. Йолочку. Ну, йолочку можна. Да, стань возле йолочки. Тільки дій близько, ближе, щоб нас там близько. Так, там раздевалки есть. Настя будет сейчас переодеваться. А потом пойдем в бассейн. Здесь у нас есть. А, еще вот такие браслеты. Так, мы сегодня приехали в термальные источники. На улице вот такой идет снег. И мы можем даже выйти на улицу там покупаться. Да. Мы можем выйти, вот смотрите, сейчас на улице дети купаются, зима там такая. Идет. Да, сейчас вот здесь теплый. Вот джакузи очень горячий. Да. Здесь джакузи. Вот здесь показывается время. 16:34. Сейчас показывается 20, плюс 29 градусов. Наверху массаж. Настя сейчас идет купаться в термальный источник. Это крытый. Да, это закрыто. Да. А давайте пойдем на где улица. Да, пойдемте сейчас на улицу. Здесь очень тепло. И там здесь люди все купаются. Наверху рыбки, там вот рыбки, аквариум. Можно сделать массажный пилинг. Градусов сейчас 41, плюс 41 градус. Идемте к снегу. Да, здесь выход на улицу. Здесь выход на улицу, вот. Настя, все, Настя идет вот. Можешь идти покупаться. Здесь вот такая вот красота. Все купаются на улице, потому что вода. Вода очень теплая, плюс 34 градуса. Вот, плюс 34. На улице минусовая температура. Люди, вот здесь два бассейна. Это комплекс «Журавель». Ага. Я пойду. Оставляй здесь свое полотенечко. Держись. На улице идет пар, такая теплая вода. Настя с браслетиком. Настя! Вот такой вот бассейн. Там получается бассейн для маленьких. Вот тоже вода теплая, но в этом бассейне 31 градус. Вау! Красота! Пошел снег. Вот такие вот термальные источники. Вот, все люди купаются, потому что вода очень теплая, очень полезная, лечебная, да? Вот, а внутри там получается этот бассейн, который теплый. Давайте бассейн теплый. Ну да, потом там джакузи есть. Там есть джакузи, вот там люди сидят в джакузи. Оно очень
горячая вода, да? Джакузи очень горячая. Вода здесь зеленовато такая, как грязная, но это такая вода и должна быть. Ты где там? Тебя за паром не видно. Смотрите, что я могу сделать. Осторожно, не брызгайся, Настя. Да. 34 градуса сейчас в воде. Смотрите. Сейчас. Ух, как ты умеешь. Конечно, вода такая теплая. Ну, пошли внутрь, Настя. Так, 20. Побежали. Быстрее. Настя уже вылезла. Вот такая вот красота здесь. Елочки, беседочки, вода теплая. Тут детский бассейн. А здесь бассейн взрослый. Ну, смотрите, как у меня детский бассейн. Он сильно не глубокий. Он такой. О, по пояс. Ну, пойдем, Настя, пойдем. Массаж стопы. Аппаратный массаж. Тут цены. 10 хвилин, 60 гривен. Так, заходим мы в теплый, да? В теплый бассейн.